Возвращаемся после рекламы и самые короткие новости программы. В Майдановском парке отметили День Нептуна. Праздник организовал Клинский центр «Семья» и администрация джаз-клуба. Дети соревновались, участвовали в викторинах. Одним словом, веселились от души. Здесь же, в Майдановском парке, но чуть позже отметили праздник Медового Спаса. Для зрителей выступили ансамбль «Калинушка» и гитарист Константин Булохов. Было также и театрализованное представление. Клинчанка выиграла спартакиаду учащихся России по большому теннису. Дарья Кружкова вошла в команду Московской области и вместе с напарницами выступила в финальном этапе, который проходил в Саранске. Теннисистки не оставили никаких шансов соперницам. Кстати, мужская команда нашего региона заняла второе место, уступив в финале столичным теннисистам. Высоковск присоединился к международной акции «Ресторанный день». В мероприятии приняли участие 3 однодневных ресторана. Посетителям были предложены домашние разносолы, вкуснейшие бутерброды, шоколадное печенье и много еще разных вкусностей. Все было вкусно и недорого. Следующий «Ресторанный день» пройдет через 3 месяца там же.